Привет всем на моем канале о рукоделии, рада вас здесь видеть. И я сейчас быстренько покажу, это мой текущий процесс, к которому я вернулась после маков. Маки от Золотое Руно уже в багетной мастерской оформляются. И я в следующем видео обязательно их покажу. Сейчас я буду заканчивать маяк. Он уже вернулся на станок. И вот небольшие мои покупочки, сейчас я покажу. Это шнур, который я собираюсь использовать как декоративный, но я его купила в строительном магазине. Я не знаю, для чего он вообще используется по-правильному, но я его буду использовать для декора. Очень мне понравился, он такой текстурный. Классная штучка. Потом я купила ткани. Не знаю, буду ли я экспериментировать сама с ними или пойду к портному. Вот такие небольшие отрезы я купила с планом с этой пошить ткани юбку. Она очень такая прикольная, стретчевая. Это тоненькая вискоза на блузочку с таким летним рисунком. Это белый джинс. Тоже я планирую с него юбочку пошить. И это трикотаж. Это я хочу пошить себе домашнее платье. Такое легкое, тоже с такого мягкого, легкого трикотажа. И еще у меня пополнение коллекции ниточек. Вот такие два цвета невероятно красивенные. И еще экспериментальная покупка. Это полимерная глина, но продавец сказал, что она, когда запечется, станет полупрозрачной. Обязательно хочу что-нибудь с ней сделать, чтобы увидеть результат. И обязательно поделюсь этим с вами. И еще я купила такие вот штучки. Это тонюсенький ирис для вязания крючком и крючок. Я хочу попробовать, это уже пройденный этап для многих рукодельниц, вязание крючком с бисером. Очень хочу попробовать этот вид искусства, я еще не пробовала. Купила, хочу пробовать. Бисера остатков у меня очень много, и я хочу их куда-нибудь пристроить. Возможно, как раз что-нибудь полезненькое с этого сделаю. Подписывайтесь на новые видео, заходите на мой канал, чтобы увидеть, что я с этого всего буду делать. Всем пока!